Добрая традиция сложилась в Ленинском районе, чествуют супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет. 28 марта в ЗАГСе города Видное в торжественной обстановке семейные пары поставили свои подписи в памятной книге, утверждая тем самым любовь и верность, которую они сохранили в своих сердцах за долгий жизненный путь. Вениамин Петрович и Лидия Константиновна Андреева – семейная пара, которая перешагнула золотой, изумрудный и бриллиантовый юбилеи. Сегодня их поздравляют уже с железным юбилеем. Они вместе 65 лет. Мы поженились молодые, мне было 19, ему было 22. И поэтому прожили уже 65 лет. Вот уже мне 85, ему 90. Вся жизнь главы семейства связана с военной службой. Надежный тыл ему обеспечивала его верная жена. И вот я не помню за все время службы, чтобы я когда-нибудь ушел на службу голодным. Надежда Демкина в своем выступлении отметила значимость проведения таких мероприятий. Чествование семейных пар, проживших долгие годы вместе, формирует бережное отношение к семье. Меняется строй, меняется время, но семья – это действительно та ячейка общества, которая цементирует в целом все понятие в обществе. Семейная жизнь юбиляров складывалась в трудные годы, когда страна поднималась еще из руин, последствий Великой Отечественной войны. В 50-е годы и позже, время, когда наши герои соединили свои сердца и пошли по жизни вместе, было еще сложное. Не было у людей большого достатка. Куда только не забрасывала судьба семью Федоровых, Марию Васильевну и Петра Васильевича. Казахстан, Татарстан, Узбекистан. Все преодолели. Главное их достояние – дети и внуки. Действительно любят друг друга. Вот уважение друг к другу, отношение друг к другу. Ну вот сейчас дед у нас болеет, и он там не столько любовь, сколько, как он говорит, она мне и мама, и жена, и подруга. И подруга. Все, три в одном. Терпение. Умение и терпение. А любовь? А любовь – это взаимно. Мы прожили счастливо, и я довольна жизнью. 50 лет вместе Анатолий Федорович и Мария Трофимовна Радченко. В жизни все бывает. Вот. Бывает и тяжело, и хорошо, и споры, и все бывает. Но мы семью сохранили. Очень тронуло юбиляров поздравление воспитанников детского сада «Солнышко», которые исполнили известную песню про то, как бабушка с дедушкой снова жених и невеста. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.